Ну, во-первых, по поводу тех, кто смеется над этим человеком. Я не помню, у него армянская фамилия какая-то, да? Я, опять же, за спортом не слежу не очень, но я слежу за людьми, которые спасают других людей. Вот, это свинство, конечно, нельзя смеяться над человеком, у которого в руках погасло оборудование, которое плохо сделано, допустим, технически. Значит, эти люди свиньи, которые смеются и не учат, не знают истории своей, в общем, вряд ли спасали кого-либо, кроме как свою жопу. Ну, а знак плохой, ну, а какой хороший знак, если Олимпиада будет проводиться в городе, в котором нет канализации, в котором нет снега, в котором ничего не было, ни одного спортивного объекта. И мы знаем судьбу этих спортивных объектов в дальнейшем. В принципе, когда Россия купила себе право проводить Олимпиаду в Сочи, это был уже не очень хороший знак. Купить можно все. Мы купили это.